Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами хочу поделиться, как приготовить мохито. У нас в Тунисе до сих пор еще жарко, несмотря на то, что уже конец сентября, и в магазинах в Тунисе можно найти вот такие вот соки. Хотелось бы немножко рассказать, что это за сок. В общем, это идет такой, знаете, концентрат лимона с миндалем. Вот здесь вот можно посмотреть на картинке, вот миндаль и лимон идет. Получается, этот сок можно налить в стакан, ну, примерно вот столько. И затем мы наливаем нашу воду, и уже получается готовый сок к употреблению. Также можно найти вот готовые вкусы. Это могут быть и просто фисташка, и просто миндаль, и клубничный, и миксовый какой-то вкус этого сока. В общем, очень удобная вещь, особенно на знойное лето. Поэтому, если вы живете в Тунисе, или вы приезжаете как турист, то советую вам попробовать вот такие вот соки. Они находятся в отделе, где продают все остальные соки. А сейчас бы хотелось показать, как при помощи этого сока можно изготовить мохито. Для этого нам понадобится готовый лимон, несколько кусочков, можно лайм и лимон, пару листиков мяты. Если у вас нету такого сока, как я вам показала сейчас, то можно использовать спрайт, готовый напиток, либо же можно использовать газированную воду. И тем самым у нас получится крутой, легкий, освежающий напиток. И, конечно же, в конце можно добавить несколько кусочков леда. Мне моя дочь Жасмина будет помогать сегодня готовить этот напиток. Кидаем пару кусочков лимона, молодец. Теперь мы кидаем мяту. Три-четыре, давай ложи. Молодец. А теперь сейчас я налью этого сока немножко. Все. Вот столько будет достаточно. И наливаем воды. Все. А теперь мы это все хорошенько помешаем. Даем нашему соку немножко настояться. Буквально пару минут. Если вы любите лед, то можно бросать сюда лед. Я оставлю это просто так. В общем, такая вот красота, и можно это все очень все легко, освежающе, вкусно. Надеюсь на то, что вам понравилась информация моя по поводу сока, по поводу мохито. Если это так, то поддержите меня лайком, пишите мне ваши комментарии, и всем пока-пока!